Планета Земля представляет собой 6 материальных сфер, одна внутри другой. Эти сферы являются единой системой и не могут существовать друг без друга. Сущность человека может иметь одно, два, три, четыре и более тел, которые все вместе и составляют то, что называется сущностью человека или его душой. Пока любой организм жив, физическое тело и сущность составляют одно целое. И чем более духовно и нравственно развит человек, тем большее число тел образует его сущность. Минимальное количество тел сущности – одно эфирное у простейших и примитивных организмов. Максимальное для нашей планеты – 6. Эфирное, астральное, первое, второе, третье и четвертое ментальное. Именно эта система тел, называемая сущностью, душой, после прекращения деятельности физического тела, покидает его. Сущность, покинув физическое тело, в состоянии мыслить, думать, чувствовать, и все это происходит за пределами физического тела. Будь то сущность, состоящая из одного тела или даже из 100, выход сущности из физического тела происходит со всеми телами сразу, и они никогда не разделяются. Нашу планету представить как дом, у которого 7 этажей. На первом этаже живут люди, звери и растения, которые имеют физическое тело. На втором этаже существа, которые имеют только эфирное тело. На третьем – существа, имеющие эфирное и астральное тела. На четвертом – эфирное, астральное и первое ментальное. На пятом – эфирное, астральное, первое и второе ментальные тела. На шестом – эфирное, астральное и 3 ментальных тела. И на седьмом – эфирное, астральное и все 4 ментальных тела. Между этими этажами может двигаться только лифт. Теряя свое физическое тело, сущность лифтом поднимается на второй, третий, четвертый этажи в зависимости от достигнутого уровня развития. Сущность человека или его душа по каналу, возникающему в момент смерти, поднимается на свой уровень, который зависит от эволюционного развития сущности. Но при этом еще остаются нити, связывающие сущность с уже мертвым физическим телом. Одна из этих нитей связывает ментальные тела сущности человека с физическим, но по мере распада нервных тканей организма эта связь слабеет, и через 9 дней ментальные тела освобождаются от мертвого физического тела. Процесс разложения органики продолжается, и через 40 дней разрывается связь между астральным телом и мертвым физическим телом. И только через год, когда в костной ткани завершается распад последних органических включений, разрывается связь между эфирным телом сущности и остатками мертвого физического тела. Только после этого сущность полностью освобождается от плена мертвого физического тела. Если человек умирает насильственной смертью, его сущность не завершает цикла эволюции в физическом теле. При такой смерти сущность зачастую уходит на более низкий уровень, чем когда смерть наступает по естественной причине. При насильственной смерти амплитуда энергетического всплеска слабее и канал менее устойчив. Если человек кончает жизнь самоубийством, его сущность не может уйти дальше эфирного уровня, и очень часто она становится пищей для эфирных и астральных животных. Сущности при самоубийствах выпадают из кругооборота перевоплощений, остаются в замороженном состоянии. В ряде случаев сущность умершего остается существовать рядом с живыми людьми. Иногда такие сущности проявляют себя в разных явлениях полтергейста, которые до сих пор остаются загадкой для современной науки. Амплитуда энергетического всплеска зависит от уровня духовного и нравственного развития, которого достиг человек к моменту смерти. Чем более высокого уровня достиг человек при жизни, тем на более высокий уровень планет он попадает после смерти.
А если человек развился так, что он работал эфирное, астральное, первое, второе, третье и четвертое ментальные тела, то в таком случае его сущность может пройти через все планетарные барьеры и уйти за пределы Земли, и даже за пределы Солнечной системы. Но, к сожалению, это случается очень редко.